Да уж, достаточно сумасшедший. О, у меня есть тоже экипажик, походу. О, да, 263-го есть. Еще переобучу. Я на 26 ты предметы взять не могу. Больше не 263-го, а на 140-го. Будем так катать. Погнали. Слушай, а можешь мне рассказать такой лайфхак, как ты 2000 среднего на КВ5 сделал? Это нереально. В смысле, Дагей, я уже давно на нем не играю. Это года два назад было. В принципе, ничего особенного. Карты много, а? Ну, куда бы ты поехал? Ну, подумать. Что-то. Но я смотрю, у них пару тяжей всего. Следовательно, мне нужно сначала будет прогрузиться. Ноутбук, конечно, кинул специально для игр, но очень быстро грузит. Так что... Впечатление первой загрузки всегда такая долгая. Честно, направо бы прорашил правую сторону. Правую сторону бы рашу. Да. Ну, я бы не рекомендовал это делать. Посмотри, по какой причине. Очень много артиллерии. Очень много средних танков с обзором, которые, в принципе, тебя будут пересвечивать. Итого, затея крайне стрёмная, потому что я тебе уже объяснил, почему. Ну да, ну там я еще не смогу башню играть, разве что Вообще, сверху. неплохая позиция вот этот вот куст. Если нет легких танков, ты ее занимаешь и ждешь, пока твои средние танки просветят. Если же у тебя нет средних танков, которые тебе могут просветить, вот допустим, как 907, то ты сам едешь на его позицию и просвечиваешь. Но поскольку у нас есть 907, желательно изначально играть от союзников. Ну, становишься вот в этот куст, соответственно. Вот, пытаешься его дать выстрел по 62-му. Ну, далее. Отлично. Вот 62-й 500 хп остался, видишь? Закидали его. То есть он ошибся, его закидали. Вообще на 62-м лучше играть как? Лучше играть от башни, потому что в отличие от 430-го или 140-го, у него есть башня. У него есть крутая пушка, но он более медленный. Знали бы еще, где можно играть от башни. Знать, где можно играть от башни. Ну, смотри, отдаляешь камеру, просто едешь и думаешь, где тебе рельеф позволяет. Дальше едешь в тот рельеф и смотришь, где у тебя будет пушка опускаться. То есть у тебя минус 5 градусов, у 140-го, допустим, это минус 6. Погнали к 62-му, его будем забирать с обратной стороны. Наши чуваки, если пушат слева, то тебе проще всего будет, допустим, стоять и стрелять справа. Если он подставится, стреляем. Ну вот, допустим, видишь, дальше едет Т4, лучше не лети вперед, а остановись и попытайся дать выстрелы по отстрелу. Также следи за миникартой всегда, видишь, на первой второй линии да, вижу, чуваки что вражеские сидеть. Пушат, а у нас там стоят 3 ПТ плюс 3 арты. Навряд ли они пропушат, потому что дистанция линейная, на крайне, ну, далеко, получается, располагаются наши машины и машины противника, и, скорее всего, не будут погибать. Ну вот, отстреливаем. Е50. Он даже, наверное, не уедет. Ну все, умер. Изи. Смотри, что сейчас лучше делать всего. Возвращаться, наверное. Не, слева не совсем возвращаться, а ехать в центр. Почему ехать в центр? Смотри, слева сейчас наши пацаны будут давить. И чтобы высвечивать танки, которые по ним стреляют с третьей линии, лучше самому поджаться под центр и пытаться их высвечивать. Как-то а лучше. Если те засветят те ПТ, которые на центре? Вот, смотри. Яга. Ну, если... Ну, вот видишь, мы засветили Ягу, и сразу же по ней отстрелялись. Видишь, тип 61 светится, по нему тоже можно отстреляться. Ну и, короче, вот так делаешь. Но если тебя засветят, то в центре есть еще много холмов, которые позволят тебе засейвиться, когда тебе это нужно будет. Вот, допустим, хорошая позиция — это вот поджаться вот под эту церковь. Гоу, давай, за мной едь. Вот, пожалуйста, под эту церковь. Вот видишь, СТ-1, допустим. Вот здесь едет. Можно в него подавать выстрел. Дал выстрел, засейвился. Все, он дальше поедет. Если не поедет. Если светишься, просто становишься под эту церковь.
и стоишь. Видишь, чтобы тебе не светиться, вот, да, вот с этих кустов играй. В принципе, это хорошая точка. Не готов тут поставить, лишь спортсмен какой-то. Быстрее. Аккуратнее, аккуратнее. Я говорю, если светишься, сразу сейвься. Один выстрел дал, все, не жадничай. Засейвься лучше. Они же никуда не уедут. Вон, видишь, что ВП стреляет? Не говорю вообще. Правда, никуда не уедут. И слева. Вот здесь вот где-то гриль стоит. У тебя стрельнул гриль? Да. Ну вот. Ну, аккуратненько играй. Не торопись. Видишь справа танки? Давай переедем на правый фланг, запушим их. Бачаты это, ТПС-4. Как уезжать лучше с таких позиций? Уезжать лучше так, чтобы тебя не засветили. А как понять, чтобы тебя не засветили? Просто уезжаешь перпендикулярно тому месту, где ты ехал. То есть, ну, вот так. Даже если ты в засвете, тебя все равно никто не прострелит, потому что ты уезжаешь в сейве вот от этих машин. То есть... А, от вот этих вот. А там никого не будет, видишь, Су-76М стоит, нет. Она бы засветила. Но у нее все равно есть хоть какой-никакой обзор. Вот, мы здесь уже проигрываем. Видим там шотный бачат. У Т-54 не знаем сколько хп. Как проехать к этому бачату лучше? Лучше проехать по А-линии. Поехали по А-линии. Ну, это логично. Ну да. А достаточно если бы тут были танки, что тут можно было сделать, если мы уезжали, нас бы засветили и дали пару шотов. Но нужно смотреть обязательно, как уезжать. То есть, если у тебя там слева светит, то лучше... Как бы вот сейчас здесь выезжаем, убиваем бачат, и сразу же нужно нырнуть в рельеф, там, где нас не будут простреливать танки вот с этих вот холмов. А желательно просто лучше проезжать дальше. Бедный 95. Вот, Т-54 я поставил на каток. Ну, я обновил. Давай, еще стреляй. Стреляй туда же. Да он там же стоит. Да, да, да. На катке стоит. Давай, я еще раз поставил. Он, походу, без командира или я даже не знаю чего. Вот, отлично, видишь? Забрали его. Что дальше лучше делать? Смотри, мы знаем, что здесь, скорее всего, не будет машин. Ну, по крайней мере, предполагаем. И мы не можем ехать по открытому пространству. Соответственно, нужно ехать по закрытому пространству ближе к какому-нибудь рельефу, чтобы резко выскочить, чтобы нас заранее не просветили. Лучше всего делать под каким-нибудь холмом это. То есть, вот, поджимаемся в левую часть вот этого холма, и вот так будем ехать. Вот я засветился, допустим. Что лучше делать, когда ты засветился и у тебя есть такие холмы? Лучше просто ехать куда-нибудь вперед. Мансити торты. Влево, вправо, едешь, 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 едешь. Вот, просто лучше ехать прямо. Ну и, соответственно, влево, вправо мансить. Давай за мной проезжай. Что дальше лучше делать? Видишь, где 907? Надо поджаться сначала под внешнюю часть, попытаться дать просвет вот на эти вот квадраты. Вот, 907 убили. Видишь, здесь еще нашли мы Т-95. Надо его отстрелять как-нибудь. Я его поставил на каток, сможешь дать урон? Красавчик. Вот, я его добираю. И, опять же, если ты засветился, не стой. У тебя средний танк. Двигайся. Даже можешь стрелять на ходу. Потому что ты как бы должен понимать, если ты остановился, арта сразу же сводится, она может тебе прокинуть. Помнишь, здесь была гриль, да? Она стоит, да. Скорее всего, крайне агрессивно. Вот, я здесь засветился, она очень прям агрессивно стоит, она вот стоит вот, вот в этом квадрате. Ты как бы должен сам понимать, ты, если эта гриль отсюда убивала чуваков, то ты должен сам вот сделать, как я, проехаться, чекнуть на лампу и дальше уже играть. Смотри, здесь теперь тебе нужно чекнуть, откуда тебя просветит. Может, ты сам засветишь кого-нибудь. Как бы ты должен выкатываться, чекать на лампу. Выкатываться, чекать на лампу. Если видишь, что ты здесь не светишься, дальше проезжаешь по первой линии. Пытаешься просветить кого-нибудь. Давай поедем по первой линии. Вообще, смотри, лучше поджаться под красную. Также сделать, типа, ну, выныривая из-под красной и есть в сторону вот этого левого кирпичного дома.
Вот-вот, давай забираем, забираем арту. Если ты один будешь играть, и мы не сможем забрать быстро арту. Нет, нельзя ехать вперед. Надо отъехать назад. Это ошибка. Я бы не успевал отъехать. Нет, ты бы успевал отъехать назад. Смотри, ты бы получил один выстрел. Смотри, вот ты вот здесь, смотри, выкатываешься. Ты даешь выстрел, откатываешься назад. Максимум, что ты получишь, это выстрел от артиллерии. Что тебе надо было дальше делать? Следи за мной. Вот, тебе надо было вот подъехать вот под этот дом. Отсветиться от арты. Из-под этого дома пытаться выковыривать вот гриль, которая там стоит. Вот, ее убили. Даже на нашей гриль. Потом тебе надо было... Я же тебе объяснял, нельзя ехать по открытому пространству. Видишь рельеф? Да. Вот, рельефы. Вот ты должен везде из-под рельефов. У тебя есть башня. Ты должен всегда из-под рельефов играть. Вот здесь, видишь? Я не еду вперед туда, внутрь, я играю от рельефов. Вот, я еду по рельефам. Если я кого-нибудь засвечу, я сразу же уйду в сейв. Вот, нет, видишь, а спереди ты рельеф. Знаешь, что там никого нету. Вот, видишь, я вижу спереди рельеф. Даю выстрел по ТВПшке. Ухожу. Арта меня стрельнула. Вот. Я знаю, что ТВПшка мне максимум отдаст 4 пули. Все, да, она разряжена. Все, я дальше стою в рельефе, меня мой максимум, что сможет, это арта запотешить. Все, им убили. Я в рельефах всегда нахожусь. Ищи всегда возможности спрятаться куда-нибудь. Нет, а если ты по низу поехал, что бы было? Что бы было, смотри, если бы я поехал там, где ты поехал. Меня бы заранее засветили, отстреляли бы от кустов. Все. Нет, ну а если там вот он же на первой линии стоял, где В4, где там стоял чех. А если бы ты, допустим, видишь поверх, он тебе барабан дает до того, как ты успеешь упасть. А я сейвил, он бы меня и засветил. Я же ехал по кустам, по рельефу. Даже если бы он меня начал стрелять, я бы сразу же в рельефе бы каком-нибудь остался. То есть я смотрю так, чтобы я всегда смог засейвиться с одной и с другой стороны. Ну вот видишь, неплохой бой получился. Ну для меня. Для меня очень плохой. Давай. Ходи еще. Там примерно одинаковый геймплей, что у 140-го, что у Т-62, что у 430-го. Ну, только башни разные. Да, башни разные. Соответственно, у 140-го он больше такой снайперский, больше геймплей. То есть 140 это больше как снайпер. Т-62 он может быть как штурмовик, только если у тебя есть возможность играть от башни. Если нет, то ты тоже снайпер. То есть он более такой универсальный. 140 все же больше снайпер, потому что у него более картонная бронька. А 430 это чистый штурмовик, который вот едешь, танкуешь, стреляешь. Куда бы ты здесь поехал? На центр. На центр. Ну, наверное, да. Можно поехать на центр. Смотри, почему. Единственное, почему можно поехать на центр, это то, что у них нет ОТ. Некому будет агрессивно светить. Это тебя будет спасать от артиллерии. Если есть ОТ-шки, не едь на центр. Против трех артиллерий. Ну вот, допустим, что сейчас 4 ОТ в команде. Куда мне ехать? На гору, в смысле? На гору. На гору, по-любому. Ну, либо на гору, либо ваш один. Мы на огненной дуге, а не на Прохоровке. Здесь другие рельефы, кстати. Тебе нужно будет это знать. Смотри, можно выполнить роль вместо ЛТ. То есть можно вот так вот проехать, подсветить. И вдарить кому-нибудь выстрел там какой-нибудь. Вот, охо. Подсветил ВК, можно пострелять по ВК. Ну, можно агрессивнее играть, я объясняю, потому что нет ОТ. Нет ОТ. Ты можешь светить, ты можешь стрелять. Видишь, можно ВК убить. Он бесплатен. Все, ВК убили. Я уже нанес 1200 урона. А я ноль, обычно. Ну вот, видишь? Это из-за незнания. Я говорю, нет ЛТ-шек, ты можешь играть агрессивно. Опять же, смотри, вот так можно прокатываться. Отъезжай. Ты можешь играть вместо ЛТ. Главное вовремя уйти в сейф, едь по рельефам. Ты можешь выполнять роль ЛТ. У тебя есть обзор, у тебя есть скорость. Достаточно неплохая. Вот, видишь, я посветил 140. Или не я. Наверное, это все же Кэр Нарван. Но все равно я бы его просветил, если бы Кэр Нарван не просветил. Ты можешь здесь гонять, выполнять роль ЛТ-хи. Сам. Если танки засветятся, допустим, смотри, справа. Что ты делаешь? Ты просто падаешь в сейф. Отстреливаю. Да, и отстреливаешь их. Все.
Ничего сложного, вот. Я выполнил роли утехи, я посвятил тесту 10,5. Что по нему делают? По нему тупо отстреливать. И я сам могу по нему начать отстреливать. Вот он попадание. В свете. Интересно. Вот, есть попадание. Стреляй. Вот бы голбанник пробивать и 5 он говорит. Интересно. Я ему критическое повреждение. Все! У меня уже 1600 урона по засвету. Я его подсветил, он умер. Это опыт. Это очень важно. Мы сделали минус танк. Смотри, что дальше делаем? Дальше светим. ФВ, видишь, засветил. По ней могут работать. Ой, я даже не знаю, что ФВ светится. Да. Вот, я засветился сейчас, просто в сейф ухожу. А ты можешь стрелять. Все крайне просто. Когда ты засветился, главное, что делать, это уходить от артиллерии. Вон, першинга стреляем. Я засветился. А, извини. Я тебя подпер. Сейчас попробуем добрать пешку. Вон, в 4 можно стрелять даже. Правда, его тяжело пробить, наверное, лучше голдой. Я бы так не сказал. Ну, я вот его уже 2 раза не пробил. Ну вот, забрали. Все. Они просто погибают. Мы действуем как АОТшка. Вот, а как выкурить оттуда 54-ку? Я вот это вот... А не надо тебе ее выковыривать. Ты выковыривай все остальные танки. Они же светятся, видишь? Возьми оптику себе на 140, на 62-го. В оптике лучше, с оптикой лучше играть в рандоме. Не надо тебе все на ДПМ. Не обязательно всегда вентилятор иметь с собой. Просто езди, свети. Только аккуратнее, видишь, ты очень нагло играешь. Так это же я. Лучше уезжать в такие моменты, конечно. Нужно немножко поаккуратнее играть. Ой, 1381 по засвету, интересно. 1389, у меня уже 4500. Смотри, видишь, фланг пустой справа. Можно да, я тоже подумал, что ухо можно забрать. Все, все, погнали на ухо. Что тебе предложить? Т-54 забрали. Все, можно ехать на ухо. Ухо это бесплатный танк. Главное, опять же, мансуэт арты всегда, не забывай. Если ты в засвете, лучше двигайся. А если на пушке как-то Т-мансовать от арты? Ну, мы же играем сейчас на СТ. Я их слово говорю. Ну, тогда другому играть надо. Геймплей другой. Ой, я как рак не пробиваю. Да не говори. Интересно, он меня попал. Все, дальше едем, арту ищем. Что мы... Бой длился 5 минут. Я просто... Мы просто катались, светили всех, стреляли. Мы... У них нет ЛТ, а у нас есть ЛТ. Которые... ЛТ-СТ, скажем так. Ну, слушай, если бы сейчас были ЛТ, они катались по центру, но еду я на гору, и кого там отстреляли, тоже можешь, стоял. Тоже можешь кататься и пытаться их убивать. На горе? Не-не-не. Ну, можешь, конечно, поехать в центр и кататься, пытаться их убивать. Вот я говорю, если бы я поехал на гору и был в 4 ЛТ, что... Ну, отстреливал бы их. Арта и 7 КД. Арта в приоритете. Да. Желательно ставить вообще всех на каточки. Ну да, чтобы урон прорубить был. Можно базу пофармить. Все. Ой. О, и меня свой стрельнул. Конечно. На прощание. Ну вот, сейчас посмотрим результаты боя. Я как бы еще в бортуху не пробил. Вот это лучший скин. Смотри, дозорный у меня. По моему засвету отстреляю 6656 урона. Я зафармил 120 тысяч кредитов. И на 7-6 тысяч ушел в плюс. Благодаря оптике. Основной калибр, мастер, все дела. А сколько тебе опыта дали?
1313, а с премиум аккаунтом 1970. У меня под X3, сейчас скажу, скажу сколько. Под X3 мне дали 6300. Мне 4600. Ну, в принципе, 2500 это такое. Как еще видно, на чем-нибудь? Это... Или на 140-м? Да нет, давай еще раз на 140-м. Погнали. Так, промзона, стандартный бой. Оценивай сетап и думай, куда же ты поедешь. Я думаю, что угол. Ну или наоборот, расширить зону. Ну, что... более развернуто. Почему ты так думаешь? Почему я так думаю? Потому что... Почему? Потому что 5 тяжей, 4, 5, 6 ПТ. В город я думаю уехать, потому что 6 ПТ, и наверняка их там не будет. А на зелень я думаю поехать, потому что у них там будет всего 2 светляка с объектом. Но там будет 6 ПТ. Так что я думаю, что надо ехать в город. Поэтому... Ну смотри, давай мы с тобой поедем налево на зелень, а потом ты скажешь, почему на зелень было правильно. После того, как мы разыграем зелень. Хорошо? Mm-hmm. Смотри, это изначально готов. Мы поедем в квадрат D9, D0. Оттуда будем играть. Просто я не видел никогда перспектив сюда ехать, потому что тут особо много никого нет. Смотри, у нас есть СТС, достаточно, ну, бронированный, хоть и относительно башни. Можно выезжать здесь, выдавать выстрел в бульдога и укатываться обратно. ПТ-ха одна у них справа. Слева можешь занять, убирать бульдога, кстати. Да его сейчас не будет уже. Так, надо вот АТБ пострелять. И в 140. Можем дальше продвигаться, кстати? Я думаю, что да. Спускайся ко мне, и нужно пониже играть, потому что, как бы, чтобы тебя ПТ-хи не прострелили, то будет грамотней, мне кажется. Ну вот просто с правой стороны лучше давить, потому что слева... Посмотри, справа 704 вылезает, очень аккуратно. Смотри на него и едь прямо. Аккуратно, главное не подставляйся по 704. Аккуратнее играй. Давай, забираем 140-го. Господи. Сейчас попробую добрать. Добрал. 704-го поехали грызть. Теперь рассказывай, почему было правильное решение так поехать. Потому что тут оказалось 3 танка, не считая ПТ. Да, а почему ПТ не могут здесь играть? Ну, потому что тут рельеф. Вот, видишь, сам ответил на свой вопрос. Теперь давай не туда поедем, не за толпой едем, лучше вот здесь есть. Ты же видишь, что здесь ПТшки находятся по J-линии. Они тебя будут простреливать по прямой. Соответственно, лучше уйди из их прострела и зайди им во фланг. Плюс еще ко всему, смотри, видел, у нас очень много СТ-шек. У нас очень много СТ-шек поехали на ноль. Ну, есть на самом деле очень классная поговорка такая в танках, которая даже при включении в игру, как бы при запуске боя, при старте, она как бы всплывает. Это типа большая стая средних танков способна убить даже самого матерого зверя, что-то вроде типа того. Вот, поэтому... Не-не-не, смотри, лучше как здесь сыграть? Лучше уехать в бок вообще, и просто пытаться стрелять по ПТ-шкам. Аккуратненько так. Вот, у меня гриль приехала, целит. Я стою за балкой. Ой-ой-ой, она меня все равно прострелила. Надо уехать с этой позиции. Аккуратнее играй, не получай от 268-го. Странно, через 80 пробил, ты не ожидал.
Вон, 268-го, видишь, в башенку можно... Относительно, да. Ну, можно им по башенкам накидывать. Аккуратнее, аккуратнее. Лучше не лети вперед. Да я зато, кстати. Вот теперь можно лететь вперед, забирать. То есть мы пропушили фланг, мы зашли во фланге, там, да, разменялись ПХП, мы оба шотные, но, по крайней мере, нанесли хоть какой-то урон. Ну, по крайней мере, я. Количество урона, который ты наносишь, все же зависит от твоей стрельбы. Ты же сам должен понимать. Я сделал на гусенице, так сказать. Ну и, соответственно, ты должен думать. Опять же, я взял более большой радиус. Ты вышел почти в упор. То есть ты вышел из-под дома прям. Почему из-под дома выходить, допустим, невыгодно? Почему я взял больше радиус, и это оказалось для меня лучше? Смотри. От башни, наверное, не смог играть. От башни. Там же получается... рельеф не было. Я смотрел, ко мне был же рельеф, как-то от башни не смог играть. А, смотри, дистанция дальше, они стоят ниже. Соответственно, если ты будешь стоять ближе к ним, то им будет проще твои какие-то слабые места. Ну да, будет выше, по идее. Да, да, да. Давай еще на чем-нибудь. Мне давай, не понравилось. Блин. 1000 урона за этот бой. Прекрасно играю. Так, на MX-M4 погнали. Я как раз поставил себе экипаж с MX-50-100. Он, у него там мало перков. Один перк всего лишь. Нет, сыграем. Сразу рассказывай. Ну, поговори, кстати, погромче. Рассказывай, как ты анализируешь и куда мы поедем. Ну, я думаю, что две ПТ в топе и арта. Да, даже две арта, еще и светляки, а это стандартные бойки. Значит, нужно ехать в город. Логично, правда, потому что у них 3-4 ТТ, а у нас их больше, как я думаю. Ну и СТ, но один СТ можно считать. Угу. ТТ можно разобрать, а ПТ и АТ... А в какую именно поставить. Часть города поедем? Я думаю, вот сюда. Вот сюда, да. Я думаю. Ну вот к этой части ближе. Угу. Ну, вообще, смотри, как лучше сыграть. Лучше изначально поехать в нижнюю, мне кажется, часть города. И, не, вообще, наверное, изначально лучше, учитывая то, что у них медленные ПТшки, смотри, у них Т-95 стартойз. А остальные танки для нашего танка достаточно не бронированные. Ну, то есть у нас пробитие 232, плюс у нас еще ко всему... броня есть очень хорошая. Итого мы можем очень агрессивно поджаться прям вглубь города и оттуда уже начать разыгрывать. Что это значит? Броня, кстати, не очень хорошая, он в НУД пробивается. Он как, кстати, в стыках. Вот видишь, мы заметили здесь Тартойза и справа тип 59. Окей, Тартойз, тип 59. Можем здесь остановиться и отстрелять аккуратненько. Вот видишь, тип сшибается. Давай ему быстро. Я на гуслю поставил. Ага, и я на гуслю поставил. Вот. Вот, все. Лучше сейчас уехать. Объясняю почему. Арта сводится уже. Мы стоим в открытом пространстве. Вот здесь становимся. Она постреливает? Ну да, да. Все зависит от того, где она стоит. Видишь, она уже убила нас, типа 61-го. Видишь, где он стоял? Mm-hmm. Сзади нас. Смотри, что дальше делаем. Мы уже знаем, где Тартойз, мы уже знаем, где Т-34. Т-95 у нас слишком медленно, и в принципе она ничего особо не может сделать. Здесь Т-34, можем его убивать. Ну давай, я тебе дам место, убивай его. Ну заезжай в ту точку и убивай. Давай. Выцеливай хорошо и убиваем его. Борта башни самая слабая у этого танка. Башня что-то у него очень не слабая. Ну вот, он мне дал урон, мы его обязательно, ну, пробей главное. Профессионал, что сказать. Ну все, давай тогда аккуратненько откатывай. Ну, пытайся перестреливаться, желательно, вот, он сейчас корпус подставляет. Вот, хорошо, пробил. Я его башенку не пробил. А, не пробил? Башенку, да. Вот смотри, здесь можно проехать вообще вот через вот, ну, эти мотостовы. Да, экспериментально, это да, это я знал. Вот, окей, давай, проезжаем здесь. И мы уже выезжаем на открытое пространство. Что отсюда можно делать?
Скорее всего, это 95, он стоит где-то вот вблизи базы, да? Вот я здесь засветился. Скорее всего, здесь и стоит Т-95. Ого, арта убила Т-49 здесь. Значит, арта вот здесь стоит. Она могла только через окно убить Т-49. Да, так что... Вот, Т-95 здесь стоит. Смотри, что делаем? Надо через лево сыграть. Видишь, вот там где насыпь? У нас там Т-29, а справа давит Т-95 и Тартойз. Соответственно, нам лучше всего сыграть через угол, вот этот. Ну, то есть здесь 2 СА-3. Из 3 КД 1. Вот здесь 2 СА-3. Соответственно, на них лучше, конечно, не выезжать. Вон, лучше вдалеке есть танк. Вот Т-34-100. И в него стать. И желательно откатить сразу назад, потому что арта будет стрелять. Откатывайся. Первым же выстрелом выбил БК. Главное, чтобы все арта... Там сзади зря ты назад закатываешься, кстати. Вот, зря. Вот. Да, все, теперь надо давить. Там Т-95 сзади было просто. Не решился. Аккуратней. Давай, я танканул. Ничего страшного. Я танканул. Давай. Убираем из-за третьего. Я его поставил на каток. Стреляй. Отлично. Я неправильно стою слегка. Забираем. Дальше надо давить. Ты очень сильно доворачиваешь бортину. Да, я заметил. Нельзя так бортом играть. Смотри, что я сейчас дальше буду делать. Я просто поеду высоту третьего, и я знаю, где артиллерия вот это 53-55. Я просто засейвлюсь от нее. Как я сделаю это? Вот так. Я вот просто в нас въехал. Вот я знаю, где что это М53-55. У меня почему-то танк в бок выкидывает. Но я вот так засейвился. И получается, что, она меня уже не может простреливать. Осталось единственное, что убить артиллерию. Вообще на этом танке бортину никогда не подставляй. Потому что я уже объяснял, есть щеки. Вот эти вот щеки, видишь, куда меня пробили? Вот пересядь на меня, и меня пробили в щеку. Да, я вижу. Никому смотрю. Да, вот. И... Я знаю, что там брони нет. Я просто не заметил, что я выезжаю под этим углом. Ой, ебаю вкладочку в конец. Надо всегда тупо в бомбы катываться. НЛД у нас бронирована, башня бронированная, ВО бронированный. И лучше никогда не выкатываться бортиной. Я сам ошибся, выкатился бортиной и получил шот. Как... Не знаю, в НЛД меня там искрить иногда пробило. Ты еще должен, видишь, понимать, что это очень важно. Когда арта заряжается уже. То есть, арта зарядилась, ты должен понимать, то что у нее, вот у тебя перезарядка 9 секунд, у тебя примерно хватит на 4 выстрела. 4 выстрела, да? Да, да. Вот 4 выстрела ты можешь дать, и ты должен закатываться назад. Скорее всего, ты должен уже закатываться назад после третьего, чтобы уже в удобной позиции принимать. Давай, бери танк, поедем дальше. Как бы я должен все в голове держать, просчитывать. Да, иногда так думаешь и понимаешь, что это не такая уж легкая игра. Так, Шкода 9 уровень. Это не писали дело, насколько я помню. Да, но это немножко разного типа танки. Точнее, они кардинально вообще отличаются. Тебе нужно с тобой именно барабан брать, потому что Шкода это вообще как ТВП, в принципе. На ней игра одинаковая. Вот. Давай я лучше тогда с тобой возьму Т-49, вот, и мы прокатимся на Шкоде. Это лучше будет для нас. На арте решил поиграть. Ну да. Арта... Ну, как говорится, арта пидра на колесиках. Вот. Ну, давай. Снова мы попали на промзону. Куда мы поедем здесь? Ценевый стаб. Ну, я смотрю, что тут есть мало 10 уровней, но они все же есть бат. За арты 2 арты, это бат. То есть, 50Б по-любому поедет не на зелень. Ну, бат возможно поедет на зелень, но Викс может быть тоже поедет на зелень, но у меня есть башни, 3 снаряда. И это все решает, поэтому я думаю, что надо ехать на зелень. Я думаю, ну... На зелень? Ну, судя по тому, что 3 арты, все же не надо ехать, наверное. Ну вот. Ну да, поэтому давай сначала поедем в город, я тебе параллельно буду объяснять, почему не надо капитально ехать именно на зелень, именно в этом бою. Вот, на зелень не нужно ехать в этом бою по одной простой причине, потому что есть Е50М,
который будет, в принципе, всю там малину портить, если он туда поедет. Плюс 354, а у нас у тебя нет башни. Это не 140. Ты не можешь играть с 3 лефа, так как ты вообще играл, допустим, на 140 бы или на 62-м. То есть тебе нужно играть именно на закоулочках каких-то. То есть вот у тебя есть барабан на 3 снаряда, ты играешь как танк поддержки. То есть кто-то ошибся, ты вышел, дал ему 3 снаряда, закатился обратно. ТВП может размениваться. Шкода, она как бы особо не может размениваться. Вот, поэтому ты должен играть на ошибках. Вот, допустим, зацелил какую-нибудь из вот этих углов. Чувак вышел какой-нибудь, ты его должен поставить на каточек и дать у него 2 снаряда очень быстро. Я пока тебе параллельно просвечу первую, вторую и запоминай, кто там играет справа на нулевой линии. 50 Б и 34 А справа играет бат, епись. Ну вот, видишь, китай, у нас ребята начинают подавливать, едь за ними. Едь за ними. Я сейчас тоже быстро продавлю. Короче, суть какая. Нам нужно продавить четвертую линию. Не обязательно сейчас возвращаться, именно сейчас. Нужно продавить четвертую линию и быстренько возвращаться на базу. Вот, что нужно сделать. Нужно сбрить машины, которые сейчас стоят в квадрате D4, и вернуться на базу. Вот в чем сейчас вся соль. Нифига себе, два раза не пробил 50 Б. Так, я получил очень много хп, но урона. Скорпиона, Т-34. Еще откачусь назад. Все, теперь можно возвращаться назад. У меня ноутбук лагает, просто идеально. Аккуратненько. Я лагаю. ФПС мало. Да, пора новый ноутбук покупать. Вот. Нам нужно сейчас проехать и пытаться задефить базу. Сюда. Так, у нас есть еще ТВП, 400 хп, в принципе, этого достаточно. Чтобы задефить там некоторые направления. Ну вот, возвращайся на базу. А, ломай забор и убивай ТВПшку. Вон, я вкинул по М4190. У меня есть попадание было. А, вот, убили ТВП. Сейчас, смотри, можешь поджиматься к Т-54, а не можешь. Ну, КДшься, короче. Нам все равно, нам, походу, и надо будет именно сбивать базу. А, вот уже сбили базу. Просто дамажь 54, если можешь. Если не можешь, надо идти вперед. Да, все, тогда едем вперед. Едем вперед, поджимайся в рельеф. Вот в этот вот, который там, где КВ-4. И начинаю разбирать Т-54. Вон, видишь, 54 убегает? Да, ничего не смог сделать. Ну все, тогда смотри, сейчас нужно вот этих чуваков принимать. Норта КД. Ага, меня убил гранд-финальный бульдожик. Давай, я за тебя сяду, буду помогать. Вот, ошибаешься. Надо тебе довернуть влево и уходить вот сюда, в угол. Видишь, там бачатик есть. Уходи, уходи в угол. Да у меня лагает. Можешь в Е4 поехать разобрать. Да, правильно едешь. Если успею. Ну, главное убить, главное бой выиграть. Забирай. Отлично, можешь вперед надо. У тебя два снаряда? Я на КД ушел, зачем два снаряда? Хорошо, хорошо. Надо за батом ехать. Потому что сейчас приедет Т-54 и Лев, и разберут. Смотри, знаешь, что еще можешь сделать? Можешь справа выйти и в Е50М пострелять. Да. Он шотный? Вот, Т-54. Не едь на нее, не едь. Не едь, назад наоборот сдай. Потому что она сама должна на тебя приехать. Ты сейчас... Вот, давай, уезжай отсюда.
Вот сейчас лови 54. Вот ты должен был остановиться и зацелить 54, ты должен был выиграть хпшки. Не умею играть в хп. Вот надо тебе на 54 походу ехать по-другому. Ну, хотя бы 3 пули отдай, пробей, потому что здесь уже мы проиграли. Вот. Короче, тебе надо было, смотри, тебе надо было сейчас 2 пули отдать 54, ты успевал бы закадешиться, принять 54 и уехать по первой линии. Ну, вообще, это было бы правильно. Ну, у меня с ноутбуком проблемы, он почему-то иногда лагает в FPS, да синий вообще красивый, ну, почему? Технические проблемы. Не, ну это я понял. Первое поражение на сегодня? Да, походу. Второе. Так, ладно. Погнали дальше. Понятно, что я сделал правильно. Я имею еще и ЛТшку, которую тебя убила, я почему-то попадание по ней было, и без понятия, почему кур попадание бывает. Ну да, было бы неплохо. Если бы забрал ее. Было бы вообще клево. Особенность игры, наверное. Такая. Поехали. Еще бы боёк успеем скатать. Слушай, а тут, можно так сказать, каждый день чем-то занят постоянно? Ну да, да. Само собой. Сейчас. 2014. У меня тут 50 б баш плохой, так что пожалуй на 50 б будешь? Да. Так, 250 б, наверное, не имеет смысла играть, потому что это немножечко не то будет. Наверное, я тоже, опять же, возьму ЛТшку и буду тебе пытаться помогать играть. Или 140 можно взять. Да, наверное, давай возьму 140. Идешь на бэшке. О, как раз карта. Необычная такая, тяжелая для бэшки. Ну, давай. Можно поехать к тижам и попробовать как-то обменять барабан. Обменяться выстрелом, либо еще что-нибудь придумать. Здесь 4 тяжи есть. Ну, направо нет смысла ехать, потому что там рта много. А слева очень, скажем так, неудобно будет, потому что мы не сможем пробивать ИСов седьмых. И тап 4, ну, мы не сможем разбить. Я на голде. Ну, а если они будут от башни стоять? Ты же все равно не пробьешь. Ну, буду ждать, пока они ошибутся. Ну, смысл стоять на центре. Ну, хотя, может, есть какой-то. Надо попробовать. Давай, давай попробуем центр. Но сделаем изначально, смотри, изначально едь в квадрат DC5 и попытайся отстрелять свой барабан по ЛТшкам, которые поедут вот так вот что-нибудь просвечивать. Или которые вот так вот поедут что-нибудь просвечивать. Кстати, когда едешь вот эту позицию, обязательно ломай вот так вот, как я, деревья. Видишь ЛТшка? Попытайся по ней стреляться. Я вот дал уже урончик с поджогом. Вот, видишь? Т-49. Она просветила, по ней можно было дать выстрел, если бы она поехала наглее немножко. Вот, СТБ. И смотрим, есть прострел или нет прострела. Нет. Окей. Вот сейчас стоим дальше, смотрим. 90-ка ошибается, кстати. Вот. Смотри, вставай в мой куст. Вставай, вставай в мой куст. Вот этот. Мне кажется, неудобно будет там урать. Не-не-не, тебе очень удобно будет. Только после каждого выстрела вот в этот вот маленький кустик, да-да-да. Вот так вот вставай, как я, перпендикулярно ему. И цель.
Аккуратно, если ты будешь давать выстрел, ты должен как бы сам понимать без лампочки, когда ты светишься. Лампочка — это всего лишь твоя помощь. Но это не основной индикатор того, что ты обязательно будешь там светиться или не светиться. То есть ты должен немножко сам соображать, когда ты светишься, когда ты не светишься. Кстати, тебя же играют не от башни, так ты говорил. Но сейчас можно будет. Они не играют не от башни, потому что тебя там нет. И меня там нет. Потому что мало танков. Мы сейчас, смотри, что должны делать. Мы должны разменивать танки, которые будут пушить на нашего Т-110Е5. ТСТБ, ИС-7. Если он догадается назад техать. Нам, видишь, арта, что делать с ними? Вообще грязь какая-то. Ну, так с нами бы то же самое было. Извини, я мансую тебя под пушки. Лучше здесь подождать. Вообще, смотри, просто стоим и ждем. Ждем, пока они ошибутся. Видишь, СТБ ошибается? Я тоже ошибаюсь. Целься лучше. Тап 4 хэви. Целься ему бортину и забирай. Убрали, не пробили. Вообще идеально. Вот смотри, есть 7 едет. Не на КД уже. Два раза не пробил, как-то долго. Непонятным образом. Вон, СТБ. Шотный. Остался. Вот смотри, что делать сейчас. Надо ехать на Т-57 хэви и CDC. Надо забить на танки, которые слева, они очень долго не будут светиться, а нам нужно самим инициировать. Надо ехать на Т-57 Heavy и на CDC. Обязательно. Скорее всего, нужно еще предполагать, что сзади буду крыть Скорпион, допустим. Смотри, что нужно сделать. Тебе нужно проехать вот здесь снизу, видишь, речка, есть по речке. Вот туда вот вниз, ну как бы засохшая речка, вот сюда, видишь, рельеф там, справа. Да-да-да, едь туда. И сейчас оттуда будешь выходить. Я тебя подсвечу, и ты там дашь урон. Да-да-да, выходи из-под моста туда. Вот я тебя сейчас начну подсвечивать, дальше продвигайся по мосту. И как только я тебя подсвечу, тогда выйдешь. Вот видишь Т-57 Heavy? Пока что нет. Можешь поработать по нему? Так, меня это... ТВП. Блин, ну военов просто не хватает. Так, Скорпион здесь, не заряжающего убил. Сейчас я тебе помогу. Я его. Просто. Ой, отлично. Откатывайся назад, аккуратнее играй. Никогда не понимал, как 50 бобер бы можно не пробивать. Жесть полная. Сколько у тебя КД еще? 20 секунд. Ага. Арта КД. Надо, короче, в AMX CDC ехать. Ну, AMX C48, точнее. Давай, я поеду, я вот на канал, а ты мне поможешь. 5 секунд. Я обеззаряжаю еще просто. Давай, давай, давай. Я его прижал. Забирай. Прокатывайся дальше. Отлично, хорошо. Дальше едем за артиллерией. Мансуй, мансуй торты, не забудь. Не останавливайся за трупами и так далее. Надо ехать вот так вот в бок, вилять, Это называется шоу. Что задача на 50 бы вилять на таком грунте, это, конечно, вообще. Ну, зато арта не попадет. Ладно, кстати, КД еще сколько? Около 5 секунд сейчас она еще КД должна быть впереди. Ну, может быть. Но скорее всего, когда мы до нее доедем, она уже не будет КД. Ух ты, меня как Скорпион пробил-то. В башне. Ну, башни, которой нет. Я уже привык. Да я один раз тоже бац. Смотри, вот сейчас вот здесь станем за цель. Видишь? Conqueror GS. Кейквап. Отлично. Давай я дальше проеду, посвечу тебе, а ты отстреляешь арту. Ну, как бы ты бы соло это сам делал. Соответственно, как я подъехал вот к этим деревьям, просветил ее, отъехал 15 метров назад от куста, дал урон, чтобы не засветиться. Ну да, это не понятно. Мне кажется, никого нет. Подсказывает. Может быть. Не, они все здесь остановились. Там толпа их, поверь. И сейчас Скорпион меня жахнет. Он Скорпиона можешь прострелить? Ой, отлично, давай, забираем его. А, пока свожусь, все, блин, экипаж же у меня не...
Не на 50 бы я пересадил экипаж с ВТБ 5 уровня, который. То есть у меня он не на 100%. Видимо, поэтому у меня такое сведение долгое. Я как бы это не переобучал. Это на другом танке экипаж 50 бы, я его не переобучил. Понятно. Ну вот, в принципе, вот так и нужно играть. По крайней мере, пытаться анализировать.